Здравствуйте, меня зовут Евгений Леонов, я ведущий. Дайте-ка я угадаю. Если вы смотрите это видео, значит совсем скоро вы станете участником или главным действующим лицом важного для вас события. Это может быть свадьба, день рождения, юбилей, выпускной вечер, презентация или корпоративное мероприятие. Так или иначе, ваш важный день не пройдет без участия ведущего. Задача ведущего – быть всегда разным, но не стоит забывать о том, что все мы люди воспитанные и цивилизованные. Я всегда практикую индивидуальный подход в проведении мероприятия, и я, наверное, один из немногих ведущих, которые в первую очередь будут слушать ваши пожелания и принимать во внимание ваше видение мероприятия, а не настаивать на том, как оно должно проходить. Я не переодеваю, не шучу ниже пояса и не устраиваю стриптизов. На моем празднике есть место и веселым шуткам, и нежным, и трогательным моментам. Моя задача – вовлечь в праздничное торжество всех без исключения гостей вне зависимости от статуса, возраста и интересов. А ваши улыбки и улыбки ваших гостей – самая лучшая награда за проделанную работу. В наше время мало быть просто ведущим в красивом костюме. Нужно быть еще и блестящим организатором. Я могу помочь вам и переложить на свои плечи все хлопоты по организации вашего мероприятия. Видеографы, фотографы, шоу-программа, свадебный кортеж, декораторы, звук, свет, диджей и так далее. Я помогу вам определиться в изобилии услуг свадебного рынка. Абсолютно неважно, кто ты – молодой и амбициозный студент или уже состоявшийся в жизни человек. Главное, что на празднике все равны. И я, как ведущий, должен создавать настроение абсолютно всем гостям без исключения. Наверное, вы до сих пор думаете, что я просто ведущий. Нет, я не просто ведущий. Меня зовут Евгений Леонов, и я ваш ведущий.